Кайман Экомакс 50S C2 – представитель класса тяжелых культиваторов. Он отлично подходит как для обработанной, так и для целинной земли, благодаря большому весу и специальной конфигурации фрез, которые входят в почву под определенным углом. Его четырехтактный японский двигатель Robin Subaru EP16OHC объемом 160 кубических сантиметров не требует приготовления топливно-масляной смеси, просто в эксплуатации и обслуживании легко запускается. Цепной разборный обслуживаемый редуктор Fast Gear 1 обеспечивает на выходе минимальные потери мощности. Разборная конструкция позволяет проводить его обслуживание, а также замену отдельных частей в случае необходимости. Фрезы Razor Blade изготовлены из закаленной стали, а сам культиватор оснащен диском защиты растений. Рабочая ширина – 60 см, глубина – 32 см. Число скоростей – 1 вперед, 1 назад. Кайман Экомакс 50S C2 прекрасно подходит для обработки участков площадью до 1500 квадратных метров, а также подойдет и для целинных земель. Надеемся, наше видео поможет вам выбрать нужную технику, которую вы всегда сможете приобрести в магазинах «Техносад».